Всем привет! Вы на канале «Покупки на диване». Нам пришла очень интересная посылка, по крайней мере для меня. Это пинпоинтер или металлодетектор для подводного поиска. Давайте его откроем, посмотрим, что внутри. Итак, называется Vibra E-King 750 пинпоинтер металлодетектор. Это китайский аналог, точно такого же, называется Vibra Detector 730. Остановился именно на этом, потому что все обзорчики утверждают, что в нем стоят такие же, у этого китайского аналога, стоят такие же мозги, как у оригинала, точно такого же, американского изготовления вибротектора. Он занимает мало места. Он очень легкий. Там от 300 до 500 граммов, не больше. По-моему, 500 граммов вся упаковка стоила, весила. А так он 300 с копейками. Я несколько лет занимаюсь металлопоиском, хожу с металлодетекторами по пляжу, собираю там все, что найду, бижутерию, украшения из цветных металлов, из драгоценных металлов и, само собой, монеты, которые попадаются. Сейчас я пересмотрел много роликов YouTube, и мне очень понравились подводные поиски. И в этом году, в конце осени, мы собираемся поехать в Индонезию. Я думаю, что для этой цели я как раз и заказал его. Вот так вот он выглядит. Здесь такая пробка. Работает он на одной кроне. Занимает он реально мало места. Он очень маленький. Это реально пинпоинтер. Но под водой он выдерживает давление, и можно нырять с ним полностью запаянный. И под водой проводить поиски без акваланга на мелководье, где основной поток туристов купается. Давайте устроим вот такой небольшой тестик. И кому будет интересно, вы можете посмотреть видео с моими находками и с моим металлопоиском. У меня есть отдельный канал. И там же будет, если я что-то буду снимать с этим металлоискателем, я буду выкладывать на том канале. Ссылка будет в описании и будет в конце видео. Давайте сейчас его протестим. Конечно, это такой будет скоростной тест, на что вообще способен он. Вставляем батарейку новую. Работает он от батарейки крона. Крышка здесь такая, крутится, и резинка разъезжается. Дальше я приготовил 1 евро 50 центов, 1 цент и золотое кольцо обручальное. Посмотрим, как он работает. И я хочу вам показать, как он включается. Здесь нету ни одной кнопки на нем. Включается он таким способом. Ставим его просто на попа и ждем. На нем загорается светодиод. Все, он включен. Вот таким способом. В нем... Так, приступим. Давайте начнем с 1 евро. Вернее, не от 5, а 5-10 сантиметров, в зависимости от металла и от величины. Ну вот он. Ну, сантиметров 5-8, наверное. 50 центов. Ну вот так вот с ним придется работать.
и 1 цент. Чуть меньше, на сантиметра 2, наверное. Маленькая монетка и золотое обручальное кольцо. Ну вот, сантиметров, наверное, 5. Может быть, меньше. И выключается. Установим его, ставим его обратно в такое же положение. Два раза кликнул, и все, он выключен. И если его перевозить в багаже на самолете, то лучше батарейку вытаскивать, потому что чемодан может ваш переворачиваться, и он может сам включиться после этого. Так что батарейку лучше отдельно держать. В принципе, все. Дальше по нему я буду... Если буду снимать по нему что-то, я выложу на другом канале. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и ждите моих новых видео. Всем пока!